Привет, Женечка. Привет. Как ты? Мой неутомимый сурок. Аленочка, ты что, да? Вот сегодня такой день, да? Ты же меня так никогда не называла. Я нет. А вот абонент 067-404-3322 называет. Блин, я телефон дома. Ленка, да я... Ну что, Вов, может, объяснишь мне, от кого это СМС? Да. Ты лучший, а? Ленка, а то ты не знаешь. От кого ты лучший, это а? Это же Николай Петрович. Николай Петрович. Николай Петрович мой партнер по бизнесу. Ага. Да, считает меня лучшим партнером. Конечно, очень. А ты что подумал? Лена, перестань. Николай Петрович, серьезный, солидный человек. 52 года, замначальника гособладминистрации. Да? Тогда почему же Николай Петрович, солидный человек, 52 года, замначальника гособладминистрации, пишет тебе, ты лучший пупсик? Забыл, как меня зовут. Просто забыл, да? Действительно, ну с кем не бывает. Ну, бывает, да. А вот еще смс-ка от некого Ивана Ивановича. Я хочу тебя. Иван Иванович, Иван Иванович, тебя. А меня? Это же начальник мой. Да. Иван Иванович. Хочет тебя? Хочет меня. Да. Он не дописал, он такой ленивый, не дописал. Я хочу тебя спросить. А, спроси. Пришли сегодня подшипники или нет? А, понятно. Ну, видимо, пришли. Да? Потому что дальше Николай Иванович пишет, секунду, мне сегодня было хорошо. Да. Подшипники пришли, тонны, ему хорошо. Да, я вижу твой, Николай Иванович, большой шалун. Че это? Ну, дальше он пишет, хочу с тобой пошалить. А вот еще очень-очень интересное. Да. Славик, работа. Да. Я горю. Ленка, я тебе не сказал, да? Что? Славка-то сгорел. Мой друг близкий сгорел на работе прям. Слушай, ну как же так, а? А что же ты тогда сразу ему пишешь, уже выезжаю, а? Тушить! Тушить, да? Конечно, я не успел потушить, Славка сгорел. Конечно, тушить, ну ничего, сейчас ты не отвертишься. Да. Когда твоя едет к маме, это кто?